Всем очередной шалом и победителям, и побежденным. Продолжаем традиционную рубрику «Чем кормит братский народ Австрии своих украинских беженцев?». Смотрим ближе. Вот такие три булочки сладкие. Две вот такие сладкие булочки. Это не сладкие. Раз, два, три, четыре. Огурчик. Вот тут шоколадка, шоколадка, конфетка и две плитки шоколада большие. Да, и вот такой сапожек. Новый год на носу. Поэтому дали ребенку. Покажу сейчас шоколадки, две плитки. Вот они, видите? Одна шоколадная плитка и вторая. Две вот таких большие шоколадки. Дальше. Естественно, новогодняя тематика. Святой Николай. Тут у нас Святой Николай. Два, все шоколадное. Это для ребенка также шоколадки внутри. Тематика Новый год, естественно. Двигаемся дальше. Пиццы. 28 вот таких замороженных пицц. Видите, с колбаской. Вот, колбаска, сырочек. Это сырая пицца замороженная. Выглядит будет после жарки вот так. Вот такие пиццы. Капуста кислая. 3 апельсинки. 1 цукини. 3 банана. 2 авокадины, 2 перчика, мандаринки идут, яйца. Кстати, у вас яйца уже завезли по 78 рублей, а нам дают бесплатно. Яйца, да, по упачке, но зато бесплатно. И в очереди стоять не надо. Лучок, белый лучок, картошечка, половинка капусты, чипсы. Это био-йогурт, это суп, гуляш-суп с говядиной, это сухая каша вот такая, для собачки, вот такая вкуснятина, наверное. Дальше молоко, соевые напитки, хлебушек, 3 пачки теста. Макарошки, мягкий хлебушек беленький, макарошки, лучок, 2 пучочка и немножко, и разная морковочка, такой суповый набор, помидорчики. Ну, в принципе, все. Все вот это будут есть эту следующую неделю беженцы из Украины, которые находятся в гостях у своего братского настоящего народа Австрии. Всем традиционно спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте, жмите, пишите. Сватников, ВЭТ, ЗЭТ, Патриотов, Ура и всей вот этой прочей нечисти. С вас дизлайк, пожалуйста. Я знаю, что вы меня смотрите, поэтому с вас дизлайк, чтобы я знал, у скольких людей подгорает. Слава Украине! Ам Израиль Хай! Победа за нами! Ждем ее уже скоро. Всем пока!